Ой. Че? Я плохо пою. Давай. Ну давай, пой. Че ты сейчас пела? Не знаю. Я не знаю это. Вот так. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Я даже не знаю, что это такое. Мальчишки в школе поют эту песню, Ксюша услышала и тоже напевает. Всем привет! Мы сегодня с Ксюшей в кои-то веки выехали пораньше. Мы выехали. А выехали куда мы? Выехали в школу. Слушайте, такие бугры у нас здесь на виши, на, скажите, я скажу, на гребли. Вот как. Что выехать, это просто невозможно. Ну, машины едут, не тормозят, пешеход вообще. Испугалась женщина. В общем, мы решили выехать сегодня пораньше, потому что у меня заканчивается бензин, заехать сначала на заправку. И что, кривляка? Чего? Что я хочу рассказать? Давно мы не появлялись, и опять тут такая вся, ну вот, ну не получается у меня снимать дома. Снимаю в машине. А когда начинаю снимать, обязательно солнышко светит мне в глаз, поэтому приходится половину лица затенять козырьком. Что же у нас произошло за эту неделю, прошедшую? Очередные итоги недели. У нас стояли морозы. Машина у меня не заводилась, потому что у нее есть такое свойство у Мазды. В морозы выше 25 градусов не заводиться, а у нас было 32-33 градуса. И машина никак не хотела заводиться у меня. В общем, так сложились обстоятельства. У меня еще были заказики по воздушным шарам. Я должна была украсить помещение детского сада. И еще у меня был заказик на день рождения. Нужно было оформить в стиле гавайской вечеринки, сделать гавайского бегемота и пальмы. Сейчас я вам покажу, вот вы увидите фотографии. В общем, машина начала с машины. Машина у меня не заводилась. И благо, что получилось так, что Женя у меня оказался свободен и спас мою ситуацию. Фигуры были большие, поэтому мы их возили на УАЗике. А оформлять садик мы ездили на его машине. Ну, как бы, в принципе, удачно все прошло. Но в тот день, приехав домой, я заметила, что у меня еще и колесо на машине спущено. Замечательно. И буквально позавчера с утра тоже мы его подкачали. Оно два дня стояло. Ну, в общем, думали, что машина стояла на пригорке. Возможно, как-то что-то там случилось, и колесо могло просто спустить. Вот такие ситуации тоже бывают. И два дня оно простояло. В общем, с утра мы с Анюткой собираемся ехать в садик. Я выхожу, колесо спущено. Еще Анюта у меня прокопалась, там долго кушала. Мы завтракаем дома. И никак мы не могли вовремя даже, как обычно, выехать из дома. Я выбегаю, смотрю, еще колесо спущено. В общем, я с этим насосом, соседка выбегает на свою дочку, кричит. Я думаю, неужели какой-то день такой странный? В общем, колесо накачало, доехали с Анютой кое-как. Я выходила, не знаю, наверное, каждые 100 метров проверяла, не спустило ли у меня колесо. После садика поехала в шинку. Оказалось, что у меня саморез в колесе, то есть переднее, вот здесь возле меня получается переднее правое колесо. 380 рублей отдала за ремонт колеса. Мне почему-то показалось дорого, потому что Женя у меня летом чинил тоже себе колесо, у него был прокол, и отдавал в районе 100-150 рублей. И чего-то мне как-то показалось дорого. Я с утра пришла, давай обзванивать близлежащие у нас в районе, в округе шинки. Ну, в принципе, как бы цена такая демократичная оказалась. Также у кого-то 500-600 рублей даже были цены на ремонт колеса. А у кого-то, ну, в принципе, также 360-380. Что у нас еще случилось? Что у нас еще произошло? Ксюша, вспоминай. Я хочу сказать, что у нас сегодня утром. Давай, скажи. В общем, сегодня я потеряла... Только громче говори. Сегодня я потеряла колпачок от ручки. И сейчас я прихожу в машину, он, значит, тут лежит, полеживает. Я даже не понимаю, что он тут делает. А я его как искала. Как же он тут оказался?
приезжаем на заправку, еще позвонила девушка, мы заказывали корм. Собаке мы берем проплан. Корм и 18 килограмм или 14 стоит мешок 5000. И как бы мы берем через знакомую, у нее питомник, и поэтому все равно дешевле. В магазине еще дороже было бы. И тут она мне звонит, говорит: Лариса, акция. Если берете 2 мешка, получится 7000. Ну вот мы с Женей как бы рискнули и заказали еще мешок. Вот она мне с утра звонила, говорит, нам нужно будет как-то встретиться, договориться. Поэтому где-то мы должны будем с ней пересечься. В садике нам дали задание сделать елку от 50 сантиметров. Я как бы на елку времени совсем не нахожу, поэтому озадачили нашего папу. Он у нас из электродов сварил каркас для елки и притащил какую-то мишуру. Мы там у себя настройки нашли, видимо, от прежних хозяев, я не знаю, для плетения венков. Тоже чуть позже покажу вечером. Вот надо будет заехать купить украшение для нее. Мы решили ее сделать в виде российского флага. Вот такая в садике у нас будет выставка. В общем, машина на меня едет на заправке. Ну, назад сдал. Я думала, он сейчас в нас врежется. Вечером будем украшать. Вчера у нас было родительское собрание у Ксюши. Ну, как бы все как обычно. Учительница жалуется на то, что девочки лохматые, на то, что мальчики дерутся. Ну, это, я думаю, как всегда во всех школах. Ничего нового такого, в принципе-то, и нет. Опять единственное, что снова у нас должен быть какой-то проект. Надо будет что-то думать насчет проекта. Это уже по, как сказать-то, скорняжество, подносный промысел. В общем, тем, чем... Какими промыслами богат вот наш город, какими занимаются промыслами. Такой проект у нас будет. Что еще, Ксюшенька, у нас происходило? В общем, девочки у нас выходные гостили у бабушки. Мы с папой занимались, он немножечко начал делать ванную комнату нашу. Сделал немножечко там профиля. Установил. А мне поступило предложение от моей двоюродной сестры, так как она заключила контракт и будет проводить праздники, поэтому сама не сможет, а у нее были еще набраны заказы, поэтому она предложила мне провести эти праздники, поэтому я и пропала из вашего вида практически на неделю, потому что была очень занята, я была занята разработкой сценария, и как бы в принципе я продолжаю работу над этим. Работать мы будем с Женей, только уже роли меняются, теперь не я диджей, а Женя будет диджей, а я буду ведущей. И вот на данный момент я сейчас веду работу над подготовкой сценария. Времени совершенно нет сейчас, предновогодняя суета. Везде надо в поисках подарков, каких-то сувенирчиков и родным, и я тебе Дедушка Мороз будет дарить. Я не знаю, мы только родственникам смотрим. А что? Какие-то сувенирчики покупаем, Жене ездим. Он у нас все так же в работе, приезжает поздно, я с девчонками. И, в общем, вот такая суета, что у меня настолько время все, как сказать, распределено по минутам, по секундам, что я даже не успеваю что-то для вас и отснять. Но сегодня я обязательно постараюсь хотя бы наш вечер показать и рассказать. Приехала домой, как раз только я подъехала, девочка звонит, говорит, я подъезжаю, привезла корм. Вот получается, взяли 2 мешка, по 18 килограмм я посмотрела они. Сейчас еще покажу елочку, какую нам папа сделал. Вот такую вот елочку. Сварил каркас. Вот там сейчас покажу, из электродов сделал каркас, и мы его обмотали вот этими штуками. Я, правда, не знаю, как они называются, но из них делают, я так думаю, венки. Откуда они там у хозяев образовались, не знаю. Но я сейчас стираю белье. Привет, привет еще раз. Такая я вся лохматенькая. Стираю белье, сейчас приготовлю покушать, ну и потом посмотрю, как по времени останется. Может быть, дальше поработаю со сценарием и поеду уже за Анюткой забирать ее, Анюту, Ксюшу. У нас сегодня 2 занятия, у Анюты в карусельке и на гимнастике. Но там весь вечер уроки опять у нас. В общем, все как обычно. Ничего не меняется. Приехали мы домой, отзанимались. Анюта сразу же
За игру взялась, да, Нютка? Да. Кушать отказывается почему-то. Ксюшу вон посадила. Кушай давай. Ксюшу посадила кушать. И покажу, чего мы купили. Заехали в Фикс Прайс. Купили украшения для елки. Вот такие шарики. Купили еще такую звезду. Мне кажется, она еще светится. Сейчас открою. Ксюшенька кушает. Гречку с котлеткой, салатик из свеклы с яблочком. И вот такую вот тетрадочку еще Ксюша захотела, блокнотик. Тут 100 листов в клеточку. Это наша любительница сов. Только увидела все, влюбилась, прижала ее к себе. Взяли вот такие вот еще фломастеры, непонятно. Веселые узоры, ролики со штампиком. Сейчас откроем, посмотрим, как они работают. Да? Угу. Пятерки-то есть у тебя сегодня? Да. Какие? По литературе. Отлично. Что за ты чтение делала? Читала? Угу. Ну ладненько, давай кушай. Я сейчас распакую вот эти вот фломастеры. И мы с Анюткой покажем, как они рисуют. Распаковали наши покупки. Вот такая вот звездочка. Она получается на батарейках. Даже включается, моргает. Нам надо ее на нашу елочку будет каким-то образом примастырить. Я думаю, что вот эта вот штуковина, она, наверное, нам не нужна будет, и мы ее снимем. Папа приедет у нас с работы, и, возможно, нам как-то ее сюда вот приделает. Будет у нас такая моргающая звезда на елке. Ну, давай, Анютка, попробуй фломастеры-то. Тут есть вот такой простой фломастер. Так, давай, попробуй, как он пишет, не пишет вообще. Что-то я не особо доверяю. Пьеса? Ну, что-то светлый совсем. А вот это? Давай, возьми какой-нибудь потемнее, а то мне на камеру не видно. О, вот рисуешь. Ну-ка, а эти умеет? Давайте проверим ролики. Ролики. Угу. Ролики. Что там за картинки? Ой, он открыл. Так, вот. Бантик, бантик, бантик. Ой, как интересно и как ярко рисуют. Там бандочки. Что это? Медвежата? Пандочки. Тут, пандочки. А вот тут вот. А здесь что? Ну-ка, бантики. Это плоховато как-то. Бантики. Ну-ка попробуй. Давай. Желтенькие бантики. Сердечки в оранжевом. Они как-то плохо вообще вот эти. Тут вот. Губки. Пытаются, да? Да. Сердечки. Губки и сердечки. Покажи. Давай попробуй. Да, красные губки и сердечки. И звездочки. Можно, наверное, какие-нибудь открыточки оформлять, да, или еще что-то. А розовенький? Розовый что-то. Ну-ка, давай еще подлиннее. Надо ровно вести, не сдвигать. Звезды, снежинки. А тут какие-то зайчики. Тихо, не тряси. Ну-ка, покажи. В голубом получается здесь звездочки. Снежинки. Ой, и снежинки, да? А вот тут вот зайчики. Розовые. А розовые это зайчики. А фиолетовые же два. Да, вот этот. Один темный, другой светлый. Здесь что? Светлый что? Ой, а это совсем тускло. Да, может быть, его разрисовать как-то надо подольше. Давай вот здесь вот еще на чистом. Тут непонятно, пробуем. Что даже. Ну-ка. Снеговички. Снеговички. Ну, надо подольше вот здесь покатать. Ну-ка, держите этот листочек. Ой, в какой-то не туда. Плохо он как-то. Вот мне кажется, его надо просто разработать, раскатать, угу. И он будет поярче. Там снеговички. Покажите. На, закрывай, это больше. Ну все, Анютка сейчас будет заниматься творчеством. Ксюша, давай садись, кушай, доедай, а то отвлекли тебя, да? Ага. Ну а я потом примусь за украшения елки. Эти вот не стала украшения доставать, потому что там блестки, и они сыпаются. Не хочу, чтобы у нас здесь весь дом был в блестках. Буду аккуратно на столе, потом Ксюша покушает и буду украшать елочку. Будешь мне, Анюта, помогать? Да! Конечно, скажи, надо же принимать участие, да, в украшении елочки. Вот мы с тобой украсим. Но звезду, наверное, я не знаю, или сами примастырим, или дождемся папу. А всем привет! Всем привет! Всем привет! Жень, построился нормально. Всем привет. А так пойдет? Камера расфокусировалась. Да, ну ладно, да? Всем привет. Что?
Привет всем! Всем привет! Вообще не получилось у меня самой прикрепить эти шарики, потому что здесь вот такая вот проволочка тоненькая, и как бы ее не хватает, чтобы туда просунуть, так как вот эти вот штуковины, вот даже не знаю, как их назвать. Какие штуковины? Короче, ёршики. Это ёлка. Они похожи на ощупь, как будто бы это ёршики для посуды, там внутри жесткая такая проволока. И у меня не хватает ни силы туда пролезть. Так что без помощи Жени мне не справиться. Как всегда. Что хочу еще сказать вот по поводу этих фломастеров. Вот так вот насквозь они пропитываются. И буквально, не знаю, вот Аня изрисовала листик. И они уже довольно-таки тускло стали рисовать. То есть уже не так ярко, как с самого начала. Ну вот, не знаю, может быть, они полежат и станут рисовать лучше, но... Можно стояться? Не знаю, я как бы не вижу у них там чего-то супер. Яркости какой-то не вижу. Ну, главное им позабавиться. Хватило времени немножко. И все. Хочу еще показать вот такие вот. Анютка подделку сегодня сделала, колокольчик. Это в садике, да? В садике же ведь Анютка из садика мы взяли. Это в садике. А это вот из карусельки, да, куда мы ходим на дополнительные. Это птичка. Я сначала думала, что это рыба. Оказалось, это птичка такая. Птичка-невеличка. Вот такая птичка. Рукодельницы. Куда бежать? Нет, тоже делать нечего. Рукодельница. Со звездочкой мы решили, что сюда вот здесь вот она раскрывается. Сюда также вставим проволочку и прикрепим ее с помощью проволоки на макушку. Ну, мне кажется, на елке мало, вообще мало вот этих шариков. Я думала, что их достаточно, но чего-то я смотрю, и мне кажется, мало. Думаю, может быть, дождик на нее еще повешать. Как думаешь? Ну, так тогда всех победишь вообще в конкурсе. Мне победить не ставлю никакой цели абсолютно. Мне главное принести. Надо победить. Вот этот вот человечек должен делать-то. Да? Это что за козявка у тебя? Не козявка. Что это такое? Крабик. Это не крабик, это скорпион. Вот увлекаются такими соплями у нас. Ксюша у нас читает. Сегодня пораньше сделала уроки прямо в школе. И сидит, читает. А что ты за книжечку взяла в библиотеке? Это она взяла книжку. Как называется-то у тебя? Про что читать? «Волшебный сон. Зимняя сказка для девочек». «Волшебный сон». Еще когда я делала шары на заказ, остались у меня запчасти. Это вот, по идее, нога бегемота. Это тоже не состоявшаяся нога, а это ухо. И Ксюша изобрела себе такого друга. Как Ричи. Его зовут? Как? Ричи. Ричи. 2 дня с ним не расставалась. И по сей день. Да? А еще тоже Ксюша на подделке. Вот елочка сшита такая мягкая. Мягкая елочка. Она сшила сама. С бусинками, с бантиком. И вот такой вот милый снеговичок. Скоро-скоро Новый год. Ксюша, ты ждешь Новый год? Угу. Чего ждешь от Нового года? Чудо? Подарков? А? Угу. Дедушка Мороза и Снегурочку? Не знаю. Да мы просто подарки, да, хотим? Угу. Это ручка переливающаяся. Это откуда у тебя такая? Мне Кристина подарила. В честь чего это? Нового года. Так еще Новый год-то не наступил. Не знаю, она говорит, чтобы мы же в каникулы никак не встретимся в Новый год. В общем, поздравила тебя с наступающим, да? Ты давай-ка хлам вот этот убери, свой бордель. Чего только нет. И шоколадки, и киндеры у тебя. Недавно был такой порядочек, а начинается опять барахло.
Играла. Играла. Игруня, что у тебя там? Кто в доме живет? Это что ты, холодильник? Угу. Это у тебя здесь комната-холодильник, что ли, или как это называется? Вот, кстати, домик, про который я говорила в каком-то из наших влогов, что нам бабушка подарила. Такая тоненькая фанерка, состоит из таких вот маленьких всяких деталек. Женя у нас собирал. Прям как настоящий дом. Мне еще нравится запах такой у него. Дерево. Фанера. Запах жженой фанеры, да, как вот в детстве выжигаешь выжигателем, такой вот запах. Примерно похожий. Тут есть лесенка на второй этаж. Здесь вот у Ани что-то располагается. Первый этаж, получается, с первого этажа. Лесенка. Топ-топ-топ пошел, да? Angry Birds. Angry Birds. И выход на улицу, да? Опа. Ну, что, вот так вот, да? Ну, ну что? Можно даже поднять ее за них. Не, поднять. Зачем за шарики поднимать? Показать качество монтажа. Ну, тут уж не придерешься. И убить кого-нибудь можно. Это елка. Знаешь, если я пойду с утра и на меня нападет какая-нибудь собака или маньяк, эта елка меня точно спасет. Патриотическая елка. Сделаем спецвыпуск. Патриотическая елка спасла меня от смерти. Так, давай еще с тобой покажем. Вот как он с этой стороны смотрится. Ну-ка, давай. Так, подвинь немножечко. О, и вот такая вот красота. Здесь двойная крыша, окошки, балкончики, да? Там у тебя даже собачка на балконе гуляет, да? Угу. И вот такой выход в сад. Дверцы открываются. Ну-ка, выйди там. Выходите. Выходите. К вам пришли гости. Ла. О, дедушка свин. Сейчас свинка Пеппа придет. А ты дедушка свин? Да. Или папа свин? Дедушка свин. Ты дедушка свин? Вот и свинка Пеппа. О, свинка Пеппа, что я тебя не узнаю? Покажи свое лицо. Вот. Ой, правда, свинка Пеппа, а ты что, пожарником стала? Да, мама меня так одела. Ты участвуешь... Пожарником. В пожарной какой-то... Тритопили стоит. Чем? Тритопили стоит. Тритопили. Тритополи, четыре тополи. Ай, мама, фантазия к вечеру вообще не работает. Танютка у нас играет частенько так, сама с собой сядет, что-то там болтает себе, болтает. Ксюша уроки делает, а Анюта у нас отлюбит этим домиком уж очень сильно заниматься, да, нет? Я к тебе хочу. Сейчас я тут ей почку выкушу. Операция елка. Ты как настоящий хирург, елочный хирург. Ну, не только елочный. Женя у нас вообще хирург проводов. Всех на свете. Могу удалить. Хирург, ювелир. Вот такая красивая у нас елочка получилась. Вот она. Бантиками, со звездой. Завтра с Анюткой понесем. Ну, а мы с вами будем прощаться. До скорых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Пока-пока.